В общем, привет, лютики. И я записываю это видео без сценария, так что не судите строго. Я хотела немного рассказать о том, что в последнее время случилось. И как бы выговориться немного, потому что, ну, об этом поговорить особо мне не с кем. Это очень сложно и даже, можно сказать, больно. Ой, главное сейчас не начать плакать. Я записываю это видео без сценария. И еще извиняюсь за плохой звук, потому что я его обрабатывать никак уже не буду. И, в общем, у меня недавно умерла собака. Да я никак не могу это описать. Это очень грустно, больно, обидно. Сейчас мне одиноко осознавать то, что ты домой приходишь, а этого комочка больше нет. И я, правда, не могу об этом говорить нормально. Вспоминать это ужасно больно. У меня до этого была идея снять небольшое такое шуточное видео, потом рассказывать, что в принципе я хочу сделать на канал. Ну, я не успела. И этот сценарий я точно уже никогда не запишу. Я правда не знаю, как еще что сказать. Я прокручивала в голове разные мысли о том, что буду говорить и как это преподносить. Но говорить это вслух и осознавать это действительно очень больно. Я не могу этого сделать. Я немного пришла в себя. Да. Просто говорить реально об этом больно. Ну, как бы собака — это часть нашей семьи, и она была мне другом, поддержкой, моим любимым пирожочком. Осознание того, что этого ее больше нету, не придет она, не я ее не поглажу, и это, конечно, создает какую-то пустоту в душе. Это нельзя описать словами нормально. Я никому не пожелаю этого почувствовать. Это мой родственник, к которому я уже давно привыкла. 8 лет как-никак мы с ней жили все. Начинаю думать об этом, и сразу слезы наворачиваются. Успокоиться не могу нормально. Спасибо, что выслушали. Не надо ничего писать в комментариях, я их попытаюсь закрыть. А если не получится, не пишите ничего. Это уже ничему не поможет, спасти не спасет. А мне вспоминать об этом больно. Я просто уведомила о том, что, ну, мне вот такое вот случилось. До свидания. Всем пока.